Это уже 13-я по счету площадка, которая устанавливается на улице Самбурова. На предварительно забетонированном основании рабочие монтируют деревянную обрешетку. Монтаж занимает от 20 до 30 минут. Чуть позже здесь установят евроконтейнеры, в которые жители близлежащих домов будут утилизировать бытовые отходы. Это даже эстетически будет красиво. Почему? Потому что многие жители не понимают о том, что чистота города именно от каждого из нас зависит. И выходя из дому, они своевольно берут мешочек целлофановый и бросают там, где вздумается. Впоследствии собаки и кошки разрывают эти пакеты, и весь этот мусор идет по улице. Я считаю, что когда будет стоять контейнер, на контейнерной площадке будет указано время вывоза мусора, и жители будут туда сбрасывать. Население нашего города ни на одной улице не придерживается установленному время вывоза твердых бытовых отходов. Мусор выносится в течение круглых суток, и днем, и ночью. Поэтому совместно с администрацией нашего города было принято решение об изменении системы вывоза твердых бытовых отходов с позвонковой на контейнерную. Эти площадки будут установлены с соблюдением всех санитарных норм и требований. Площадки будут с бетонным покрытием, что обеспечит возможность ежедневной санитарной уборки и дезинфекции площадок. На каждой из этих площадок будет установлено по 2 пластиковых контейнера европейского образца. Я думаю, что это не уверенно, и я думаю, что люди нас поддержат. Жители улицы Самбурова нововведение оценили. Люди признаются, мусорные пакеты на газонах совсем не красят курорт. Хотя в том, что теперь станет удобнее, уверены не все. С одной стороны, конечно, идея замечательная, так как мы выносим мусор и бросаем его прямо на дорогу. И я так понимаю, что машине неудобно подъезжать и с каждого двора собирать этот мусор. Ну, а с другой стороны, контейнер установлен не очень подходящим, я считаю, месте. Мы будем как бы доставлять неудобства транспорту и себе. Я считаю, что как бы не очень место подходящее. Ну, в принципе, идея хорошая. Всего на улице Самбурова должно появиться порядка 20 контейнерных площадок. На очереди улица Шевченко. Сейчас идут согласования по монтажу с Роспотребнадзором. Подобный опыт работы в этом направлении уже есть. На улице Крымской мусор собирается в таких контейнерных площадках уже несколько лет. В планах администрации оборудовать места для сбора ТБО везде, где это нужно.